вот этот камень такой с белым покрытием, вот мы подходим и дискутируем, то ли это солью его, то ли, может быть, ну, сами понимаете, еще чем-то, белый такой, и на нем птицы. И этот вопрос, что за птицы такие, почему они на белое примчались? Вот, друзья, вы видите, может быть, больше, чем видим мы. Потому что у вас экран увеличивает, а мы так только глазом. Видите, друзья, тут такие тенденции новые в строительстве, где земли не хватает, а мы прямо на берегу. Домик смотрит на океан. И вот видите, построили один дом впереди, а другой дом построили сзади. Но это они уже стоят, и они красивые. А мы теперь перемещаемся немножко вперед. Вперед. И видим, вот строительство идет прямо у нас перед глазами. И это точно такой же проект, где один домик впереди, а другой домик сзади. И вот тот, что впереди, у него, конечно, так стекла, открытости много, чтобы океан было видно. А вот отсюда мы сейчас увидим, что там сзади еще один, смотрите. Два домика строят. Земля безумно дорогая. Вот, видите, там еще один. Вон там. Вот сейчас так строят. Этот домик многоквартирный у нас фигурировал однажды. Мы там смотрели квартирку. Вот они тут и распродались. По 1,5 миллиона, которые с видом на океан. Вот, на нас в данном случае. А те, что сзади там, типа миллиончику. А Светлана говорит, давай остановимся, заснимем элементы лендскейпинга. Вот видите, она взяла мой сотовый и снимает на него фотки. А я так вам общую картину изображаю. Очень мило, да, очень-очень мило. Они когда только построились, тут было такое все облезшее. А сейчас уже так время прошло, травка... Или, ну, не травку, вот эти растения как-то так привились, и стало очень симпатично.